Дорогие друзья, доброго времени суток. Меня зовут Рудаков Алексей, вы на канале Boston Technic. Сегодня представляю вашему вниманию культиватор КШУ-8 2012 года выпуска. Без следов сварки. Полностью в рабочем состоянии. Не хватает одной лапы, видим сверху. И из недостатков спустило одно колесо. В остальном в отличном состоянии. Цилиндр полностью рабочий. Вышло. Помню, культиватор без следов сварки. Приобрести вы его можете в любое время, по любой форме оплаты, как за наличный, так и без наличного счета. Обращайтесь, будем рады сотрудничеству. До новых встреч!